Здравствуйте, это прогноз погоды. С вами Владлена Донковцева. Осень в полной мере демонстрирует свой характер. Днем пока у нас еще солнечно, а вот ночью октябрь хочет нас заморозить. И даже наметилась тенденция к падению. Итак, на нашем севере днем до 15 тепла, переменная облачность без осадков. Ветер южный 4-7 метров в секунду. Ночью температура опустится до нуля, а утром возможны заморозки до минус 3. В центральных районах и на юге днем до 16 тепла, переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью опустится до плюс 1. А ночью также возможны заморозки до минус 3. Дальше по расписанию у нас без дождей и повышение дневной температуры воздуха. У меня на этом все. До встречи!